Всем приветики, я предлагаю попробовать со мной вместе поиграть пассианс поединок. Выбираем соперника, это для меня игра новая, я в нее не выигрывала. И все-таки прикольная, но там, короче, надо все делать очень быстро. У нас появляется колода, и мы сразу должны выбирать 7, 8, потому что они пропадают. Можно брать или 7, или 9, нету подсказка. 6, 7, 9. 5 есть. 5, 7. Так, 6, опять. 5, 7. Валет. На валет идет десятка. После десятки можно или валет, или 9. Я не вижу. Валет. Это десятка или дама? Дама. После дамы идет валет. 4. Ищем 5. 5 или 3. Вальта я больше не вижу. Десятки короля. Валет или король? Валет. Дама. Дама. Это значит король или валет. Нет. 7. Ищем 6. 7. 6. 5 или 7. 7. Можно закончить игру раньше. Так, 7 это 6. 7-7-7 нету. Так, идем дальше. 2, 3, 3, туз, король. Нужен теперь. Или двойка. Двойка. На двойку можно ложить еще тройку. Ладно, заново. 4. 5 или 3. Нету. 7. 6. 5 или 7. 5. 5. Теперь надо 6 или 7. 6 или 4. 4. 3. Ай, надо было отсюда вот тройку брать. 2. Туз. Ага, на 2 надо. А это не туз, это валет, я извиняюсь. 3. 4, 2. 3, 3 нету. А что еще можно? Дальше. Дама, валет. 10, 9, 8. Ай, 7 дайте. 3, 2. Еще король, дама. Открытие. 2 нету. 5 нету. 10 нет. Валет. 10. Опс. Интересная позиция. 4, 5. 5. 3. 5. Та елки-палки. 2. 9, 8, 9, 8, опс, 2, валет, 5, 4, ой, 5 надо, 3, 4, 7, 6, 7, ходы закончились. Готово, чтобы закончить игру. А где кнопка готова? Готово. Отмена. Но я не знаю, если ходы... А, Джокер. Ух ты, я выиграла! Вы представляете? А прикольная игрушка, то надо делать все быстро. И на этом все. Пока-пока.